заканчивать. Thank you.
Я забыл представиться. Это Егор Крид. Не ожидал? Да не настоящий, ладно. А где Молли? Кто-нибудь видит Молли? Thank you.
Спасибо. А я вот ждал, я не начинал, я ждал. Это не тебе, это Аня. Да как подожди, Паша. Ну, а... Я тогда пошел. Я верю в чудеса, слышу все голоса, и смеются от меня.
кого-то попросим, основного человека из зала. Я не буду без репетиции. Какие репетиции? Вон, нам мне даже подсказывают. Будет репетиция тогда сейчас. Друзья, давайте поаплодируем пошлыми. Наташа говорит, что она не поет. Слушай, нет, так дела не делается. Просто один человек не будет петь, значит, надо какие-то условия спустить, да? Ходить. Ваши требования. Что мы можем сделать? Микрофон дать. Микрофон? Без проблем. Мне уже дали, я не буду петь. Уже дали микрофон. Уже дали, но не буду петь. Да? Слушайте, а давайте громче пошумим. Давайте. Смотрите, какая привереда. Я петь не буду, репетиции не было. Громче, 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 давайте. Ну, чего, ладно, давайте, что будем петь? Я не знаю. Давайте елку, ребят. Наталья, знаете? Вы симпровизируете. Мне вообще парни листочек дали, говорит, играй. Без проблем. Нет. Где листочек? Вспоминаем так. Это будет караоке, кто-нибудь будет еще на ушко набивать. Поаплодируйте Наталье! Импровизация чистой воды! Ну, давайте попробуем. Если что, это будет елка Прованс песня. Понимаете, да? Вспоминайте. Уютное кафе. И как там дальше? А все, там не больше чем. Помните, да? Все-все-все будем помогать.
сюда. Небольшую паузу возьмем. И... А, я уже все говорю. Я не пою, извините. Ладно, друзья, давайте немножко выдохнем, передохнем. Саня, зажигай музыку. Наташа, никуда не убегайте, пожалуйста, Наталья. Не убегайте. Мы сейчас реально с вами договоримся. И найдем вам еще одного человека. Смотрите, сколько поющих. Что с одной стороны, что с другой стороны. Сейчас они покушают там.
еще теплее. Thank you.
этой песне не хватало хора, ребята, правда, это было очень хорошо. Это было здорово. Но раз уж мы пошли по року, давайте еще одну икону вспомним. И сыграем еще одну песню.
Спасибо. Вот здесь можно похлопать чуть-чуть, да. Спасибо. Сыграй успех, узнай ты в красивом платьице.
сердце не стрела, отдала пулею. Сказала, наша классная, детки, знакомьтесь с Юлию. И вот стою я теперь с этой Юлей, а мутных любит подойти. Боюсь я, Юля, вдруг она меня не любит. Друг другого любит, Юля любит не меня. Ведь в мечтах на двоих у меня сын, одна фамилия. И вот так полгода, днем пожар, ночью бессонница. Сердце рвется на лед, никак не тронется. Но как-то утром я решил сделать первый шаг. Купил цветы, пошел в подъезд, лишь бы ты пришла. И ты пришла, дама по классике, но не одна пришла, а подружку с одноклассником. И ударились под землю небеса, и тебе я написал, Юля, и печет, чтобы ты заплакала. Ну как сумел на гитаре сыграл, успел, выпускной ты в красивом платьице. Не бьет, не ест, вместо конспекта пишут песни. Песни, о! В своей принцессе ты с руки моей погибли. Пусть
Вот сюда.
этой хуторяночки. Закружимся и заполним этот зал любовью, радостью этого потрясающего и великолепного вечера.